Специальное предложение только сегодняшнего дня. Белорусский бренд «Светанок». Полюбившаяся коллекция, которую представляет сегодня нам наш эксперт Елена Цветкова. С любовью. Я как увидела джемпер, сразу влюбилась. И это бренд «Светанок». Белорусский бренд, который существует с 1975 года. И сохранил вот те самые советские традиции, которые отражают абсолютное качество. Каждое изделие соответствует ГОСТам. У каждого изделия есть паспорт, где вы всегда можете убедиться в том, что это, во-первых, сорт номер один, а это значит, что отсутствие какого-либо производственного брака. И также я хочу отметить, что бренд «Светанок» всегда учитывает идеальную посадку и такой лаконичный женственный дизайн. Здесь мы видим флористический принт, плюс ко всему еще, видите, какой-то же деликатный блеск сопровождает наш рисунок. Опять же, это тренд 21 года. Прямой полуприлегающий крой у нашего джемпера, это значит, подходит абсолютно всем, плюс еще идет такое небольшое удлинение по спинке. И, конечно, бренд «Светанок» всегда выделяется на фоне остальных безупречным составом. 74% натурального хлопка у нас содержится в нашем джемпере. Это значит, что вашему телу будет комфортно, оно будет отдыхать и дышать. Итак, мои дорогие, мы для вас приготовили ваше любимое предложение. Мы посмотрели, что, как правило, по статистике выбирали сразу два джемпера, поэтому сегодня и лучшее предложение. Смотрите, серый цвет я сразу покажу, он будет первый неизменный цвет, а с ним вы уже выбираете или фиолетовый, или красный, или бирюзовый. Но в любом случае за два джемпера сегодня вы получаете скидку 37%, а значит каждый джемпер менее 750 рублей. Значит, это белорусский бренд «Светанок», и это еще и абсолютный хит. Выбираем размер от 46 до 64 размера. Линус, посоветуй, пожалуйста, как правильно выбрать, свободен он должен быть? Свобода прилегания уже заложена в нашем джемпере, поэтому берите размер в размер. Вот Марина для себя выбрала свой 52-й, сел просто как влитой. Видите, сколько еще, как я люблю говорить, воздуха между телом и одеждой. А это ваш комфорт и свобода движений. Наша Аня выбирает для себя свой 52-й. Я, кстати, знаете, хочу сразу обратить внимание, видите, у нас здесь идет спущенная линия плеча, а это значит, нам не нужно отталкиваться там верхний размер, да? Угу. Неважно, берите размер в размер, плечики спущены, всегда сглаживают, как раз таки, если, например, вы верхний тип, плечики будут смотреться аккуратнее, ну и сразу, да, все же как мы любим, видите, какой потенциал в пройме. Бренд «Светанок» продумал здесь все до мелочей, идеальная посадка и выверенные лекала. Итак, мои дорогие, еще в октябре мы представили белорусский бренд «Светанок», абсолютная премьера, которая завоевала любовь наших постоянных телезрительниц. Выбирают вместе с джеггинсами «Амалия». Это также сегодня главное предложение дня. Джеггинсы «Амалия» 999 рублей. Ты знаешь, когда я надеваю подобные джемперы или какую-то кофточку с цветами, я представляю, что у меня праздник. Потому что у меня сразу же на лице улыбка. Неважно, знаете, вот как, какой день это работы, проснулась в таком настроении или нет. Просто цветы тебя, они как-то вот приободряют, что ли, они тебя настраивают на такой праздничный лад. Ну, безусловно, даже с точки зрения психологии и стиля, каждая женщина найдет в себе именно отражение флористического принта. Мы всегда как-то вот сразу зажигаемся. Плюс ко всему я хочу обратить ваше внимание на дизайн. Вот как, в какой технологии? Здесь мы видим такой абрисный рисунок, то есть как контурное идет, как будто бы художник взял карандашик и нарисовал флористический принт. Причем сейчас очень модная такая тоже техника, когда ручка не отрывается от полотна и единой как раз-таки линии прорисовывается. У бренда «Светанок» работают штатные художники, которые как раз-таки и разрабатывают орнамент, который после утверждения уже переносится на полотно. И я хочу отметить, что здесь нашим цветам добавляют шарма еще такой легкий, деликатный блеск. Как раз-таки вот, видите, такое глиттерное напыление, которое придает такой свежести, пикантности. Хочется рассматривать именно
что там за такой интересный рисунок. Вот крупно тоже я хочу, чтобы вы это разглядели, видите. То есть там раз... еще и как блесточки даже есть, да? Да, причем это не напыление, да, а это именно вот как раз-таки под горячей температурой, как запаянные наши блестки на рисунке, просто как такая стильная изюминка, которую хочется рассматривать. Плюс ко всему, помимо невероятного флористического орнамента, у нас здесь еще идет удобный очень крой с точки зрения посадки. Прямой, полуприлегающий, и идет еще удлинение по спинке. То есть как раз-таки коррекция фигуры. А ты сказала, что здесь определенный первый сорт. Скажи, пожалуйста, что это такое у белорусского бренда «Светанок»? То есть я так понимаю, что это как бизнес-класс в самолете. Лена, я прямо весь эфир держала этот козырь в рукаве. Сейчас я его как раз хочу продемонстрировать. Посмотрите, помните, я вам говорила, что у каждого изделия будет паспорт. Вот так он выглядит. И здесь мы видим, посмотрите, то есть артикулы, да, все как полагается. Да, параметры даже, видите, для того, чтобы вы могли четко выбрать размер. И сорт номер один. Вот как раз-таки та самая советская привычка, которая сохранилась у бренда «Светанок». То есть это говорит нам о том, что изделие без какого-либо брака и соответствует как раз-таки всем стандартам качества. Также в составе у нас 74% натурального хлопка. Невероятно мягкий, при этом очень плотный. Давай посмотрим, как выглядит с внутренней стороны. Видите, тоже какое очень плотное идет как раз-таки плетение. При этом мы с вами знаем, что хлопок превосходно пропускает воздух, а это значит, ваше тело будет дышать, как швы обработаны. То есть вот бренд «Светанок», мне очень нравится, когда люди, знаешь, так скрупулезно подходят к работе, и все до мелочей соответствует качеству. Но это и самое главное, что сегодня еще и два джемпера. Если здесь есть хлопок в составе, значит, мы можем носить его совершенно круглый год. Единственный вопрос, еще очень быстро, смотрите, во-первых, серый цвет вы получаете сегодня с бирюзовым, фиолетовым или бордовым, то есть выбирайте сейчас однозначно сразу же два предложения вы получаете за 1499 рублей. По вашим фигурам видно, что и сидит идеально. Скажи, пожалуйста, как правильно ухаживать, не даст ли хлопок усадку после стирки? В данном случае хлопок у нас усадку не даст, стирайте смело в машине, настраивайте на деликатный режим стирки и все. Белорусский бренд «Светанок». Цена сегодняшнего дня выбирает вместе с джеггинсами «Амалия». Буквально 750 рублей каждый джемпер. Это супер предложение. Финальный день.